Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию. В каком-то смысле перевернула и мою жизнь. Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. Бог открылся вот для меня как друг. В моей жизни было очень много чудес, которые делал для меня Господь. Но самый яркий опыт, который случился в моей жизни, это когда Господь помог мне дойти до дома. На тот момент мне было всего лишь 7 лет. Я оказалась одна в незнакомом месте, не знала, как мне дойти до дома. У меня не было денег, также не было на улице людей, которых я могла бы спросить, как мне дойти до центральной улицы хотя бы, чтобы я могла сесть на трамвай, который может приблизить меня к моему дому. Я не знала, что делать, и на тот момент был единственный выход – это только молитва. Я начала горячо молиться Господу, и через несколько минут я встретила мужчину, который провел меня до центральной улицы. Я подошла к ларьку, который стоял возле остановки, смотрела на витрины с журналами и игрушками и не знала, что мне делать дальше, потому что средств, чтобы доехать на трамвае до следующей остановки, у меня совершенно не было. Я была очень потеряна и продолжала молиться. Через несколько минут ко мне подошла женщина. Она приобняла меня и спросила, не хотела бы ли я что-нибудь купить в этом ларьке. Она сказала, что я могу выбрать все, что угодно, что захочу. Я попросила ее провести меня, чтобы она мне дала хотя бы несколько монеток доехать до нужной мне остановки. Я очень была благодарна ей, потому что именно с ее помощью я смогла добраться до остановки, которая нужна была мне. Когда я села в трамвай, я думала, что же делать мне дальше, потому что на улице уже темнело, и я не знала, что делать. В тот момент я продолжала молиться, просить Бога о помощи. И он ответил на мою молитву. Он послал мне еще одну женщину, которая довела меня прямо до дома. Она спросила, почему я оказалась одна, и как я вообще смогла проделать такой путь сама. Это было прекрасной возможностью рассказать ей о Божьей любви, как Он помогает людям, чем я и занялась. Ей немного рассказала о Боге, все, что сама знала. Ей очень понравилось, и так получилось, что когда мы вышли из трамвая, она решила провести меня прямо до дома. Я знала примерный адрес свой, и она поняла и довела меня прямо до самой калитки. Я была очень благодарна Богу. Придя домой, я встала сразу же на колени в слезах, просто благодарила Бога за то, что Он чудесным образом помог мне добраться до дома.